Букет перед началом учебного года в России в среднем стоит 2089 рублей. Таковы данные аналитического ресурса «Чек-индекс». Какую сумму на это готовы потратить соликамцы, сейчас узнаем. Примерно сколько бы готовы были потратить на букет к 1 сентября? Ну, в пределах 1000. Классно. Какие бы цветы выбрали туда? Всякие разные любим. Красивые, главное, что были. Сколько стоит, да? Ну, там 1005, может быть, 200 рублей. Ну, такие не выбирали, на 5000. 1002. У нас уже дети взрослые. Раньше давали в зависимости от того, как выглядит букет. Неважно, сколько он стоит. Ну, 1500 для меня. Да нет. А ты бы сколько 1002. Потратила? 1002. Почему? Ну, не знаю. Надо какой-то красивый, что приятно было учителю. Да. Ну, в пределах 300-400 рублей. Я не знаю, я бабушка. А внукам помочь? Маму с папой обеспеченные, пусть покупают. Мне кажется, 1005, наверное. Потому что, мне кажется, это деньги все равно отдадутся учителю. Учителю будет приятно, и он вдвойне, втройне, в пятерне начнет обращаться с детьми и уделит ему все внимание, все образование, всю честь. Сколько? Почему? Ну, сколько? Ну, 1000, 1500. А может быть, в огороде бы сорвали бы лучше? Можно и в огороде. Я пенсионерка, сколько я могу? Ну, 1000. А этот букет откуда у вас? А это мне подарили, подруга подарила. Добавлю, по данным аналитиков, самыми популярными цветами ко Дню знаний стали гладиолусы, розы и хризантемы.